Друзья, всем привет! Вы не поверите, это обзор снова про лопату. Вот с таким названием вы видите. Почему эта лопата? Почему от этой фирмы под этим брендом? Не реклама абсолютно. Сразу объясняю. Может быть, вы скажете, вот нашелся на лопату обзоры делать. Сразу говорю, просто лопата бомбическая. Вот, смотрите. Это совковая в данный момент лопата. Я вот сейчас вот этот раскромсал здесь сугроб. Нужно было вот для того, чтобы проехать. Машина моя завязла. Вот там вот грязище. Заскользила на сырой траве. И вот пришлось для трактора высвобождать место, чтобы он проехал в этом проулке. Ему места не было проехать. И вот лопатка вот такая выручила. Смотрите, сейчас все как бы тает, но сверху наст. Вот. Обычной лопатой, как бы вот скажут, ну и что, лопата и лопата. Я сразу говорю, вот эта лопата с такой ручкой и вот с железной, вот с железным черенком, настолько эргономично сделана по уму и по высоте. Вот смотрите, вот сейчас, если видно, вот такая вот. Она и не длинная, и не короткая. По весу она как бы, ну, чуть-чуть тяжелее из-за металла, но зато прочнее. Но мне уже не чувствуется эта тяжесть абсолютно. Это не тяжесть даже, это, в общем, такая нормальный вес, которому, ну, на граммов на 200 может быть тяжелее, чем обычная лопата, и ты потом это не замечаешь. И вот задаюсь вопросом, да, вот вроде бы банальный вопрос такой. Лопата, да, то есть удобство лопаты. Сравнить, допустим, с нашей лопатой, вот, если, да, почему наши лопаты изначально не сделаны вот так, как вот эти вот, навечно, надолго, сварные, да, чтобы она не ломалась, чтобы удобно было на много лет пользоваться и не возвращаться к этому моменту, к замене лопат, потому что обычные лопаты с деревянным черенком каждый раз ломаются. То есть вот до приобретения вот такой лопаты у меня как бы целый набор, и вот такая совковая, и штыковая, короткая, и штыковая, длинная, и с удлиненным штыком, и с коротким штыком, и все эти лопаты просто бомбические. Я всем подсказываю. Сейчас уже как бы весна, но снег в нашем регионе еще остается, поэтому вот приходится что-то подчищать. Вот, пожалуйста, смотрите, сейчас, ты-дын, огрызок, смотрите какой, вот он, вот, это сезон один, да, а саморез закручен, черенок пока еще живой, но этих лопат мы понакупали уже, вот целую кучу, они ломаются каждый год. Вот эта лопата куплена дороже. По цене она примерно как две вот такие лопаты, наверное, может три. Но зато она уже пережила 5-7 вот таких лопат. Вот эта лопата пережила в условиях экстремальных, тоже снежных. Она тоже эргономично сделана. Ссылаются на то, что они типа фирменные из-за этого. Нет, они, во-первых, да, фирменные, во-вторых, они удобные и качественные. То есть и это здесь не реклама, здесь просто совет, рекомендация людям, которые владеют частным домохозяйством, там, даже не частным домохозяйством, а вообще всем, кто пользуется, да, вот один раз купить и забыть навсегда, то есть про замену лопат. Так что, друзья, вот такие вот дела. Кому интересно, оставайтесь со мной. Буду делать еще много подсказок дельных. Всем спасибо, всем пока.